Ты мне там скажи, ты уже можно заходить, а? Можно? Там все готово? Можно, говорю, заходить, нет! Так, все, отлично, так. Проходим, проходим, проходим. Вот сюда становимся и в позочку, и пошли. Дамы и господа, коллекция Кати Крафт. Новая, осенняя, в розовых цветах. Вы только посмотрите, какие оттенки замечательные. Ботинки, штаны, кроссовки, вот это, курточки, шлемы, вот это все и в наличии. Покупайте, распродажа туда-сюда. Че, нормально прошу вас, а? Говори, нормально? Вот, мальчики, сейчас в комментарии, пожалуйста, ничего не пишите, только девочки, пишите всю правду, как вам моя коллекция, как цвета. Вот пишите, купили бы или не купили, я вам скидку просто максимальную сделаю, вот цвета такие, сякие, первомутровые с розовым, розовые с первомутровым. Так, все, мы поняли, какие у тебя цветы, да, все, сдрысни оттуда, давай, сейчас моя очередь, так. Все, твою коллекцию посмотрели, сейчас мы выясним, чья коллекция лучше, Кати Крафт или Эдички Крафт. Я Эдичка Крафт. Ой, все, давай уже иди. Господа и господа, дамы здесь не нужны, потому что эта коллекция только для мужиков, поэтому я сейчас попрошу, дамы, отойдите от экранов и только мужики пишите в комментах, нравится ли вам эта коллекция или нет. Разрешите представить вулканическо-обсидиановый пепельный цвет моей новой коллекции «Осень-зима 2020», просто самый худший год на этой планете, но зато новая коллекция вышла. Если посмотреть на меня снизу, вы увидите ботиночки. Если посмотреть мне прямо вот это между ног, то вы увидите бело-серые штаны. А сверху вообще просто это новый оттенок вот это 2020 года, вот это осени. Это лучший цвет, который только ты чем в меня гнилую плоть бросаешь. Фу, уходи со сцены, фу! Я говорю то, что девушки, ничего в комментариях не пишите, только мужики, вот какую коллекцию бы купили? Вот купили бы вот эту мою новую коллекцию, пепельная, вот эта пепельная мода вулканическая. А сейчас давайте сравним. Кать, ну у тебя отстой, ну согласись. Так, слушай, я, между прочим, всю душу вложила в эту коллекцию. Ну я как бы тоже, и не только душу. Ты смотри, если я шлем сниму свой, как ко мне вот к волосам-то моим подходит, ты только посмотри. Ну это да, я согласен. Но ты вообще в курсе то, что под предыдущей серией даже все девочки писали то, что им моя коллекция больше нравится? Потому что они... А ты меня не обманешь, я читала тоже комментарии. Я видела, что писали девочки, моя коллекция лучше. Ладно, ну в любом случае, как бы мы с тобой же сейчас не сможем выявить, какая коллекция лучшая. Только в комментариях подписчики смогут. Но мне кажется, это моя 100% просто. Да, это я выиграла уже, можно как бы даже не читать. Все, давай пойдем. Ну, все, Кать, как бы, пока смот у нас отгремел, да, коллекцию мы уже всем представили, это надо сейчас выложить обратно, поэтому давай на стойку пихай свою коллекцию, давай быстренько, это вот сюда, твоя очередь, давай. Так, сейчас, это мы сюда чпокаем, шлем, и остались ботиночки надо снять, и вот сюда запиндюхать. А теперь... За работу! Мы с тобой долго сидели, пердели и ничего не делали. В предыдущей серии, ты, кстати, помнишь, что мы с тобой делали в предыдущей серии? Тут аккуратно, тут мост строится, давай перепрыгивай. Так, это сейчас вообще ничего не поняла. Я помню то, что было в прошлой серии, там вообще... Плохо там все было в этой серии. Ну иди еще раз попробуй перепрыгнуть. Зачем ты вообще тут все сломал? Было же нормально. Попытка номер два. Двойной прыжок. Ёпрасэ. Короче, я с другой стороны обойду. Догоняй меня там. Ну так вот, в предыдущей серии мы обучали наших жителей в нашей деревне, чтобы они продавали самые редкие книги всего лишь за один изумруд. То есть книги на починку можно покупать только за один изумруд. Это почти халява. И ты помнишь, что я тебе предложил в предыдущей серии сделать? Да, конечно, помню. Магазин построить огромный. Вот именно поэтому я тебе прямо сейчас предлагаю отправиться в деревню и найти место, где мы с тобой будем строить этот огроменный магазин. Потому что именно в том магазине мы с тобой запиндюхаем всех вот этих жителей, которые в нашем городе, в нашей деревне будут продавать книги. Это у нас будет какой-то торговый центр получается. У меня уже есть примерная концепция, как будет выглядеть наш город. Давай, заходи быстренько. Короче, я тебе предлагаю где-то вот здесь, посередине у нас вот здесь разрушенный есть дом, который Катя в одной серии взорвала просто полностью динамитом. Вот где-то вот здесь мы с тобой построим огроменный торговый центр, а? И потом сразу туда всех жителей перейдем. Ты где, кстати? Что ты там делаешь? У тебя морковка есть? Нету!
Блин, ну ладно, я хотела на свинье покататься. Так что ты там говоришь, торговый центр, концепция? Нет, это все фигня, я так не хочу. Опять 25, что начинается-то, а что ты хочешь-то? Да смотри, торговый центр это уже вообще не модно. Сейчас прикольно, когда каждый в своем собственном магазине сидит. И такой ряд как бы из маленьких мини-магазинчиков. Это ж предприниматели, у них должно быть свое собственное пространство, свой офис, свой магазин. Да все, тихо, слишком много разговариваешь в этой жизни. Ты хочешь, чтобы я для каждого жителя отдельный магазин построил? Я тебе кто такой? Застройщик, строитель, архитектор? Ну это в Европе так модно. Ты идешь такой по улочке, тут магазинчик маленький, тут магазинчик маленький. Это очень круто и современно! С тобой есть смысл спорить? Нет. А если хотя бы чуть-чуть? Нет. Ладно, тогда... Нет, говорю! Да я не хотел спорить! Я говорю, ну тогда скажи мне блоки, какие нужно взять, скажи, где мы будем строить магазин, скажи, из чего будет состоять магазин, как он будет выглядеть, и тогда... Сегодня ты архитектор, если ты хочешь, сегодня строим все по твоим схемам. Так, нам нужен мокрый сухой бетон, белый, розовый, зелененький. Для пола мы возьмем досочки, дубовые веточки, вот это возьмем маки, вокруг построим маки, потом мы возьмем вот это вот обсидиановые блоки, не обсидиановые блоки, голема кокни вот этого сзади, который идет, и еще что-нибудь притащим. Короче, будет все прям по красоте. Короче, я сейчас сам пойду и возьму те блоки, которые я захочу, а тут вообще походу не понимаешь. Главное, иди... розовые. Розовые возьму. Иди ищи место, где мы будем мага строить. Все, давай. Так. Голем, помоги мне. Пойдем. Так, а что она говорила взять? Вроде бетон, белый бетон у нас где-то вот здесь находится, вот два стака возьму, еще сказала обязательно взять розовый и зеленый, у нас только 8, а так это даже керамика, это даже не бетон, ладно, возьму голубой, зеленый, голубой, почти одно и то же, дверь, одну дверь возьму, бирюзовую возьму и ступеньки какие-то, о, кстати, у меня же есть здесь вот такие ступеньки, давай сделаю, вот так лучше будет, вот. Ой-о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 й-
надо полянку очистить. Выйдите там по домам, спите и что-нибудь делаете полезное, ага. Так, а ты место вообще нашла, где мы будем мага строить? Я тебе притащил белый бетон, вот этот розовый и голубой. Зеленого не было, как ты просила, голубой притащил. Вот тут отличное место для этого магазина, а? Да чё посередине-то, Горд, может давай хотя бы с краю где-то? Вот смотри, вот здесь, подойди сюда. Я раньше планировал здесь строить магазин, и здесь у нас рыбак, который костер продает. Вот, уже маленький киосок. И здесь тоже еще один магаз. Здесь у меня лучник, который продает запалки изумруды. Тоже хорошо. Слушай, тогда может вот здесь напротив них построим? Вот здесь. А, это как, знаешь, как новые старые Арбат. Это вот старые чмошные домики будут, а здесь будут новые. Ну, типа да, того. Короче, ты придумала, как домик будет выглядеть? Сколько на сколько блоков? Так, смотри, значит, 9 блоков в ширину, 5 вот так вот в высоту. Так, давай, разметку делай. Подожди, ничего не понял. 9 в ширину, это типа вот так. Раз, два, три, отойди оттуда, отойди в сторону. 4, 5, 6, 7, 8, 9, да? Вот так? Да, и потом... да, все верно. Раз, два, три, 4, 5. Вот так? А, да, а высоту 4. А тебе не кажется то, что какой-то слишком маленький магаз будет? 3 блока всего лишь в ширину, ты сюда даже житель нормально не поместится. Да почему он поместится? Он же один будет предприниматель, он один. Вот тут надо убрать, вот это вот убрать, потому что здесь будет витрина, вход, дверь. Давай, почищаем. А, и чё ты? Вот сюда. Да я вырос, это вот сюда говорю, вот так надо. Вообще, ни черта не понимаю, что ты строишь-то, ладно. Сколько ты сказал, 4 блока в высоту, да? Тогда отойди. Да. Раз, два, 4. Все. Так, раз, два, три, так, тут нормально, тут хорошо, тут все ровненько. Так, а ты вот это вот розовые блоки-то взял, из них крыша будет, и вот вместо зеленых ты голубые взял, да, вот сюда пиндюхай. Так, давай, ну тогда ты говори, как она вообще должна выглядеть, потому что я не понимаю. А почему у нас дом вот такой будет, точнее магазин, почему у нас будет такой розово-голубой? Что это за магаз-то вообще такой странный? А как будто в нем мороженое будет продаваться. Так там книги будут продаваться, не мороженые! Это не важно, это такой дизайн. Делай крышную крышу, вот чтобы на крышу была похожа, ага. Ну тогда давай вот так хотя бы полосками сделаем, если этот магаз будет с мороженым, вот так, чтобы он символично, чтобы он смотрелся, а? Да, отлично, слушай, даже такое мороженое реально есть. Опа, 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 и все, закончил. Вот тебе все почти готово, давай вот здесь еще на один блок вот так продлим, и наша крыша в принципе готова. Вот.
Смотри, как со стороны смотрится. Вот это нафиг убрать надо. Вот так вот. Mm-hmm. Все. Так, все отлично. Конструкция просто чудесная. Осталось застеклить там, что-то вот это сделать, ну, чтобы прям нормально. Ну да, 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 и да. Пол. И дверь. И дверь надо обязательно. Дверь у нас будет где-то вот здесь. И вот так. А здесь это тогда витрина, да, здесь будет, получается? Да, 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 да. Здесь еще надо вывески поставить, какие-нибудь картины развешать. Но это потом. Сейчас все сделаем, сейчас все сделаем. А, я стекло дома забыл. Сгоняй вот это кабанчиком домой, стекло притащи. И вот это и редстоун блоки притащи. Несколько поршней притащи. И все наши бошки притащи. У меня есть идея. Бошку крипера тоже притащи, давай. Что-то, походу, ты все забыл. Дай мне хоть эти петарды, я полечу. Какие петарды? Не петарды, фейерверки, на. Это петарды. Только кабанчиком метнулась туда быстро. Все, давай, я сейчас буду. Ну, вроде стильно, молодежно. Вроде прикольно, да. Вроде прикольно. Здесь у нас вход, открываем дверь, заходим любезно сюда внутрь. И здесь тогда у нас будет мороженое. Только сейчас самое главное сделать внутренности. Ну смотри, мы здесь с тобой даже вдвоем помещаемся. И ты думаешь, здесь один мороженщик не поместится? Ну тогда смотри, как это все примерно будет выглядеть. Так, короче, примерный какой-то дизайн у меня есть в башке. Надо сделать сюда, пиндюхаем сундуки. Типа, ну здесь он как будто делает мороженое. Потом, вот здесь, так, эндерстержни, которые ты мне принесла, стержни. Один эндерстержень сюда, второй эндерстержень сюда, третий, четвертый и вот так давай пятый. Все, эндерстержни поставлено. Сейчас вот примерно вот сюда здесь тоже надо запиндюхать сундуки. Типа да, полочки, это полочки висячие, вот. Так, а сейчас, Катя, будет самое интересное. Я буду строить, а ты угадывай, что это такое, хорошо? Так, да я почти уже даже знаю, что это такое. Да еще ничего даже не построил, ты даже не знаешь, что это такое. Короче, сейчас берем стойки для брони, которые ты мне присобачил. А где еще одна стойка? Я же 4 просил. Извините, не додала. Ага, все, ставим ее вот сюда. И сейчас берем все вот эти головы, которые ты мне притащила. Не переезжай, потом новые добудем. Голова крипера сюда. Вторая, вот сюда. Потом залова гомби ставим вот сюда. И череп ставим вот сюда. И сейчас поршни уже здесь находятся, которые я поставил. Сейчас, подожди. Вот так бетоном прикрываю. Я все поняла. Да, ты ничего еще даже не поняла, потому что я еще даже ничего не построил, куда ты торопишься. Вот так, собачим это вниз. А стекло? Шо стекло? Стекло, просил. Мне стекло нужно для витрины. Так это, на, держи тебе стекло. Что, мне жалко, что ли, для тебя стекла? Ну, нет. Чё ты сразу его не даешь? Так, стекло ставим вот сюда и тоже пиндюхаем блоками вот туда вниз. И все, смотри! Ну, все, я поняла! Да ты ничего еще не поняла, еще ничего не готово даже, погоди! Вот, если выйти сюда наружу, это кажется, как будто здесь внутри мороженое. Если так всё... я тебе говорю, что я поняла! Вот сейчас ты уже поняла, когда я тебе объяснил. Это мороженое, Катя, внутри. Ну, оно у нас какое-то одноцветное, зеленое, белое. Вот розовое, если бы было, было прикольно. Я тебе где розовую башку в Майнкрафте достану, а? Ну, тоже вопрос. Делаем немножко стеклянных панелей. 32 штуки нам хватит. И начинаем их вот так вот расставлять. Ты мне там будешь помогать хотя бы что-то делать в этой жизни или нет, а? Я могу тортики поставить, например, вот сюда. Ну давай, иди ставь, куда ты там хочешь. Подожди, я вот здесь еще вот так засандалю. Вот это, вот, все. А. Парочку стекла не хватило, но ладно, сейчас доделаю. Куда ты тортик хочешь сандалить? А ну давай, показывай. Да вот сюда, вот сюда, вот с этой стороны один поставлю вот сюда. Ага. И вот сюда второй. Сейчас, так, вот, подожди, сейчас вот так вот сюда. Оп. Ага. О! Ну слушай, ну вроде как красота. Реально получается какой-то домик вот этого мороженника. Да, я даже голем пришел посмотреть. Вот и все! Еще не хватает двух флагов, которые я сейчас сделаю и поставлю сюда. На вот этих флагах. А, не я сделаю, а ты сделаешь. Ты же у нас специалист по флагам. Подожди, подожди, я вот тут с человеком общаюсь. Это он к нам на работу устраивается мороженщиком? Да я БРСТ! Я выговорю это слово в этой жизни или нет? А пройдемте, пройдемте на собеседование. Флаг сделай! Я? Не, я устала. Толкай, давай, толкай! Ну ты помогай хотя бы, чтобы он внутрь сюда зашел. Давай, иди сюда. Давай, давай. Я же говорю, проходите на собеседование. Слушай, это так работает. Он что-то вообще не проходит. Ну давай, дверь открыта, давай, толкай его, быстро. Он не хочет идти вообще в ту сторону, просто отказывается. Ну пни его тогда. О, все, все, да зачем ты сейчас ударил? Вот, да все, сам зашел. Так, вот это, все. Больше он оттуда никогда в жизни не выйдет. Кать, сделай флаги, пожалуйста.
А? Чё? Это... А, смотри, там звезда падает сзади, смотри, падает звезда! Японский бог, офигеть! На улице день, какая звезда? Ты чё мне зубы заговоришь? Иди флаги сделай, ты же профессионалка! Сейчас это голем! О, тут големов починить надо, они тут сломанные, вот им плохо. Сейчас я железо пойду добуду, големов починю. Иди в жопу, ага. Сейчас тебе профессионал покажет, как вот эти все флаги делаются. Тут жопа ленивая, ничего делать не хочешь. Так, сначала ставим черный, потом сразу же ставим вот этот оранжевый. Белая линия вот так, и сверху надо ее перекрыть вот так. Беленький кружочек делаем вот так, и потом розовое снизу делаем вот так. Все, подойди сюда, ты где? Иди сюда, подожди. Я тут стою, вот смотрю, так. Наблюдаю. Опа! Мороженое! Нифига себе, у тебя реально мороженое получилось. Вот я честно, я бы так не смогла. Ты, конечно, прям молодец. Остался последний штрих. Кафедра у тебя? У меня, все на месте. Внутрь засандаливайся и ставь ее туда. Только самое главное, не через двери. Двери потом надо будет поставить железные, чтобы житель отсюда не сбежал. Внутрь туда заходи, давай быстро. Ты смотри, как он прыгает. Походу, очень рад, что устроился на работу. Конечно. А, подвинься. Ставь! Подвинься, говорю. Давай, ставь куда-то, ставь! Иди на работу, устраивайся, давай, толкай его. Так, мужик, смотри, мы тебе принесли кафедру. Давай. Зашкирился в угол, не хочет. Ну ничего, ничего, день настанет, устроится на работу. А, подожди, самое главное я забыл. Самое главное. А кровать-то ему нужна, чтобы он где-то спал? Не? Я сейчас за кроватью быстро сгоняю куда-то, украду ее. Ты хочешь, чтобы он на работе спал? Ну конечно, он с этого дома даже выходить не будет. Все, кровать у кого-то своровали. Сейчас туда ему притащим. Дверь закрыл, дверь закрыл. Отсюда ты больше никогда в жизни не выйдешь. Так, куда бы ему кровать поставить? Ну давай вот сюда! Вот здесь в углу да, будет спать. Все, и будет всё. Спать, конечно. Пошел дрыхнуть. Дрыхнуть пошел. Кать, толкни его. Спать, спокойной ночи. Ну все, в принципе, еще примерно 5-6, там, ну 7-8, ну 9-10 там магазинчиков таких вот в ряд построим. И будет у нас собственный рыночек в деревне. Отличненько все будет. Какие 10 магазинчиков? Так если мы одну серию убили на один магазинчик, ты хочешь, чтобы мы еще таких 10 построили? Сама будешь строить! Ты справишься, я в тебя верю. Thank you.